Здравствуйте, вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Михаила Осетрова. Как только у нас испортилась погода, многие пермяки тут же загрустили. Это что, бабье лето уже закончилось? На самом деле, по прогнозам синоптиков, дожди – явление временное. И мы еще немного погреемся под осенним солнышком. Бабье лето на этом не закончится, потому что на следующей неделе ожидается за ним развитие барического гребня и снова повышение выше 20 градусов. Но вот это, наверное, последняя волна тепла будет все-таки последней в этом сентябре, и уже в дальнейшем будем говорить уже все-таки о наступлении настоящей осени. Хотелось бы, конечно, чтобы было так же тепло, как в сентябре 2013 года. Тогда, помнится, мы почти весь месяц о теплой одежде и зонтах даже не думали. Только на улицах нашего города можно встретить бетонную опору в виде такого вот симпатичного бобра, который своими лапками поддерживает световую опору. И не один поддерживает, а со своим таким же миловидным товарищем. Бобры несут свет, а пермские художники – радость горожанам, когда создают объекты стрит-арта, подобные этому. Кстати, в сентябре 2016 года тоже было довольно-таки тепло, но слишком уж дождливо и ветрено. Вчера во время урагана сильных порывов ветра не выдерживали не только рекламные конструкции, как это на улице Аверятской, но и огромные деревья. Одно из них рухнуло на улице Патриса Лумумбы. Сейчас его убрали с дороги и распилили, так что движению здесь ничто не мешает. А вообще ветер вчера был такой сильный, что нам во время дежурства никак не удавалось записать приветствие. Сегодня осень проявила себя, что называется, во всей красе. А вот сентябрь 2017 года мы сразу встречали в пальто. К другой одежде погода не располагала. Многие пермяки продолжают путать безвременники с крокусами, а они тем временем даже в такую холодную погоду вовсю распускаются на городских клумбах. Кстати, в отличие от крокуса, у безвременника цветы бывают исключительно розового цвета. Ну и не забыли мы, конечно, 2021 год. В июле и августе пермяки изнывали от жары, а в сентябре хорошую погоду как будто выключили. В такую погоду утепляются все. Даже у нашей любимой кошечки, обитающей на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Швецова, новый вязаный комплект – шарф и шапочка. На этот раз освежающего бело-голубого цвета. Ну, а нарядила кошку, как всегда, ее личный модельер – пермячка Надежда Альхенбаум. С пожеланием хорошего настроения в любую погоду заканчивает работу наша дежурная бригада. Свои сообщения, фото и видеоматериалы вы можете передавать, как всегда, через приложение Viber на номер 8-951-952-02-22. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи!